вариант еды, я так понял. Китай. Хочу обратить внимание, Мюнхен называется Интернационалис Конгресс-центр Мюнхен. Не знаю, что это за здание конкретно, но парк. Смотрим на парк, фонтанчик, как выглядит. Вот, и рядом сидящие рептилии в живом виде. Это, я не скажу, что это, наверное, центр Мюнхена, но вот в самом городе, вот такие рептилии вот так вот свободно ходят. Некоторые ходят, а некоторые вон головы повтягивали, на траве пасутся.